Снова всем привет, ребят! Очередная посылочка из Китая. Я надеюсь, что все из подписчиков хорошо ее видели, но телефончик теперь стал, скажем, актуальным и интересным. $140 у нас 710 Snapdragon, идет 4 гигабайта оперативки и 64 из постоянной. У нас есть стекло, у нас есть шикарный экранчик, у нас есть система вполне, что в целом актуальна. Единственное, что из недостатков, что аккумулятор 3300. Но в любом случае, на день использования вполне и что оказалось, что хватает его. И вскрываем такое чудо. Так, телефончик пока в сторонку, ребят, сразу оставим. Так, в комплектации скрепочка у нас есть, чехол силиконовый, инструкции, окей, USB-C, кстати, идет, да-да, тут все классно, и питашка идет из QC 3.0, что классно, потому что и скорость, что питание и заряда у нас вполне все кажется классное. Так, скрываем и высовываем его сразу. Так, скрепочку, чтобы вы увидели, что у нас здесь какая ситуация, и заводком идет. Так, ну, конечно, чуть-чуть сэкономили, что сделали в комбинированный. Но в любом случае, знаете, 4.64, я считаю, что вполне, что комфортно. Так, спинка стеклянная у нас идет. Я купил, что у китайцев указано, что черный. Но вот знаете, вот если вы смотрите, он такой чуть-чуть и синеватым, что оказался оттенком. Сканер у нас есть, вспышечка и камеры. Здесь у нас включение кнопочки громкости. Так, микрофон. Окей, сим-карты сказал. Так, единственный динамик у нас есть, USB-C. И в чем плюс, что 3.5 и звучание, я вам скажу, что классно. Если захотели включаться со сканера, опа, еще раз. Раз и еще раз. Ну, включается, и, ну что, думаю, чуть-чуть, ну что, долговато. Захотели, у нас есть и сканирование, естественно, же включается лицо. И еще раз. Тук-тук. Ну и, да, вот видите, стыкаемся что, с тем, что иногда что глючит эта функция. Но в действительности, вот, честно, вот я использовал ее, то включалась и срабатывалась, ну что вполне все окей. Так, ребят, ну что изначально в китаец мне, скажем так, отослал его из хреновой и с прошивкой, то я чуть-чуть покопался по интернету и скачал в телефон испанку, чтобы вы увидели, вот что из менюшка у нас какая идет. Специально включу и покажу. Я так думаю, что окажется интересно кому-то, и что же указано о самой системе. Так, Google не то. Информация, система. Включаем. Вот, чтобы вы увидели, что у нас и с прошивкой идет, и все полностью. 404 у меня идет, и прошивка, и версия системы. Что включается все, что вполне комфортно и срабатывает. Вообще окей. Тут, конечно, все классно. Экранчик здесь, ребята, я вам скажу, ну что сказка, идет и с красивыми, и с яркими цветами, и вы учитываете, что я сейчас, ну что, пишется в пресонце, что лупит, что сильно, но здесь, ну что, все идет вполне и красиво, и комфортно. Так, еще включаем, оказалось, что экранчик, ну что, с функцией HDR10 идет, вот чтобы вы увидели, ну с чем, что отличается, вот смотрите. У них есть инструкция, что детализация и качество, ну что, экранчика изменяется. Я надеюсь, что вы увидите. Ну, кусь в теории, что все классно. И попытаемся вот что-то включить, естественно же, из Ютуба, чтобы вы вживую все увидели. Симпатичную картинку включаем сразу. Так, у нас есть сюда. Так, рекламу, блин. Ну, с этой рекламой их, я вам скажу, что издевательство, что в Ютубе идет. Так, включается целый экран по качеству. И включаем, чтобы вы увидели, что у нас есть. Вот, видите, какой пункт у нас есть. Что все включается вполне, что комфортно и красиво. И картинка, что в телефоне идет, что изумительнейшая. Потому что действительно и красивые, и яркие, что цвета. Вот, действительно, что сделано все до такой степени. Супер, тем более, что я вот за такую стоимость, что он стоит, вот я считаю, ну что вполне, ну что экранчик тут вполне супер. Окей, окей.
что динамики вот ребят, ну что в чем плюс, что оказались, ну что стерео у нас один тут идет и динамик, что включается, что здесь. И включу что-нибудь из музыки, чтобы вы услышали вот звучание. Вот смотрите. Вот это, ну, что рассказываю, что громкость, ну, что в динамиках и в 3.5, ну, что включал и слушал вообще, ну, что в качестве звучания действительно здесь изумительное, ну, что идет. За ту стоимость, я не знаю, но, по-моему, один из самых лучших, ну, что динамиков, ну, что у меня оказывались, и что 3.5, и что здесь, ну, что все классно. Вставлял сим-карты, ну, что звучание и громкости вполне его хватает, и также, ну, сканер в приближение включался и срабатывал, ну, что вполне все классно. Чуть-чуть, потому что информации в самой системе, вот я изначально всем акцентировал, что здесь, потому что испанка, стыкнулись чуть-чуть с тем, что из приложения, ну, потому что пишется, вот не на 100% и с переводом идет, но в целом я вам скажу, что, потому что критического вы здесь что-то ничего абсолютно вот не увидите. Все включалось у нас, вот видите, потому что включаем вот звук, идет, вот, потому что стыкаемся чуть-чуть с инглишем, но в целом я, знаете, вот, ну что все стандартное идет и примахиваться к таким что, пунктам, ну что вот я бы что, не хотел бы, вот если честно, уже вот, кто хочет, то пусть, ну что прикапывается, но тут, ну что вполне все окей, что специально с экраном, если захотели, у нас, ну что изменяется и цветовая, и схема, у нас есть и режим, и чтение. Тут куча впичкана, все уже, ну, что по полной, что, ну, что действительно вот чувствуется, что у вас, ну, что телефончик не из дешевых идет, а скажем так, ну, что из толковых. Ну, что, в чем прикол, что включал синтетику я, что изначально вот включается антутушка, чтобы вы увидели сюда, секунду, что включилось, вот видите, какие цифры оказываются. А в первый раз, ну, что включались они, смотрите, секунду, у нас сюда включаем скриншоты. Альбомы, скриншоты, ребят, снимок экрана есть. И впервые, что мне сказал Антуту, ребят, и смотрите, вот 16 тысяч, скажем так, испарились, ну что, вот после установки всех и игрушек, и приложений, что я, ну что, попользовался им чуть-чуть, так идет так, аккумулятор специально. Вот я что акцентировал, один день использования вполне окажется окей. Так, ребят, Geekbench 4 идет, Geekbench 5. Есть синтетика, снова таки показывается, такие цифры у нас есть специально, ну, тест включил и с тротлингом есть, я так думаю, что все увидели. Так что и с датчиками у нас, и ждем рекламу, естественно. Потом не включилось даже. Так, ну что, включается гироскоп в телефоне, включается и срабатывает. Так, тут тем более включается ориентация с приближением. Ой, освещение. Извините, ошибся чуть-чуть. Есть. И, кстати, ну что, читал в комментариях, что глючит. Включается и срабатывает, ну что, вполне терпимо. Включается акселерометр у нас есть, так и с приближением. Окей, окей. Раз, раз. Что, включается, и все терпимо. И компас у нас еще есть. Супер. Ну что, действительно, что хотелось бы, что примахаться, но в целом, что вполне терпимо. Так, испытаем еще, кстати, ну, что спутники, а то, знаете, оказалось, что есть люди, что, ну, что используют их. Так что, что включим, чтобы вы, что все увидели, вот что, к чему, куда и как. Что включается впервые, тем более, что и в панельке я живу, так что ждем точность и скорость включения, я вам скажу, ну, что классно. И смотрите, 4... Супер просто, вот, ребят, потому что действительно со спутниками все идет
Окей, так, что у нас и с касаниями? Окей. Ну, десятка, я думаю, будет. Или нет? Ага, что, вот это, знаете, потому что включаю скриншоты, и получается, что стыкаемся, потому что с таким, что указывает, что 3 в касании. Ничего, потому что не смертельно, вот я вам, ну, короче, кто хочет, то слушайте, а кто не хочет, то нет. Так, включаем информацию о самом телефоне, чтобы глянули всю информацию о самом телефоне. Так, смотрите, показываем. 616 видео у нас идет. Вот, кстати, знаете, что из плюсов, что у нас идет, ну, 4 гигабайта оперативки из DDR4. Вот, ребят, ну что, скорость будет, ну что, и в полуше. Ну, стыкаемся вот с дешевыми, ну что, с китайскими, ну, с телефонами. И что 4 гигабайта. Но в действительности эффективность их идет похуже и конкретно. Так, вдруг кому-то интересно, я покажу, что у нас еще есть. Ой, извините. Характеристики, система по аккумулятору, вот видите, уж указано в 3300. Что и сигнал есть из приложения. Скучно, и камера. 16 пикселей у нас есть, у нас оказался в телефоне. Еще оптический зум и делает эффект боке. Есть. И еще одна из камер для селфи у нас идет, что указано, что 4 пикселя. Но в целом в картинках, ну что, вполне симпатично идет. Знаете, ну что, и примахиваться бы что не хотелось. И просто вот специально включу вам камеру, чтобы вы увидели, что включается. Кстати, что в первый раз, то чуть-чуть, ну что, долго думать. Если захотели, то включается у нас еще оптическое сближение. Видите, что включилось, и картинка, ну что, вот, и, что качество вот не портится. Если захотели, то включается эффект боке. Если захотели, у нас есть и прошка, ребят. Окей, и видео, что пишется 4K. У нас, кстати, видео. Тут все классно, и показываю, что у нас здесь есть кей-пункт. Здесь, я так думаю, что все увидели. Так, ну, естественно, что включается и с панорамой, захотели, что включается и слоумо, и таймлэпс. Тут все, ну что, вполне, скажем, оказалось окей. Что претензий я к нему что-то не имею. Так, включаем, что же у нас из селфи идет, ребят. И смотрите, что включается и фото, и дуо у нас есть, и про. Вот единственное, что здесь, что включается вот только что из Full HD видео, что, ну, чуть-чуть, скажем, оказалось похуже. Есть, и включим нонду, скажем, и с плохими условиями, вот если захотели, ну что, включается у нас и симпатичное вот лицо, включается эффект боке, что вы изменяете, вот видите, захотели, то сделали сильнее, слабее. Есть, и смотрим на, скажем, эту страшную морду. Раз, ждем. Да. Ну, знаете, вот я вам скажу, что все по качеству идет, потому что изумительная картинка. Остался с ушами. Я вам скажу, что в целом вполне терпимо, знаете, и примахиваться в картинке вот я не хочу. Но в чем прикол, вот, ну что, к чему вот это все, знаете, вот я, что вступление было. Вот я еще, ну что, и скачал пиксель камеру в телефон. И в чем прикол, что, знаете, оказалось, ну что телефон в темноте симпатичнее в картинке. Что делает? Вот действительно, вот смотрите, я вам сейчас включу. Так, ты включился или нет? О, включился. Извините, что долго. С утра вот эта стоковая камера идет. Вот видите, что указано. И включается пиксель камера. В такой степени, скажем, отличается картинка. Пиксель камера и стоковая камера. Ну, короче, вот, ребят, ну знаете, вот, ну что, для фото, то естественно использовать лучше, потому что пиксель камеру 100%. Но включал вот, ну что, из видео я, то вот я не знаю, что первое впечатление, что с фокусом тут ты стыкаешься, ну что, и с проблемами, ну что чуть-чуть, и все смотрится, что чуть-чуть вообще не так. И стабилизация, что, скажем так, знаете, ну что, ты включаешь ее, но в действительности она, что по качеству, вот вообще, вот смотрите, что включаю автофокус. И думает он долго все-таки. Раз. Снова думает.
Вот я включил и ждем. И все равно, а так если тыкнуть, вот, что включился. Ну скажем, вот если вы пишете из видео, то лучше использовать стоковую камеру. А если используете для фото, то, конечно, лучше пиксель-камеру. Вообще, вот смотрите, что включаю автофокус. Вот видите, что включилось изменение. Окей, я так думаю, что по камере я сказал. Но в любом случае, учитывая, что стоимость, сколько стоит этот телефон, я скажу честно, что считаю, что все тут идет супер. И, конечно же, включим что-нибудь, игрушку какую-нибудь. Ну, конечно же, это будут танки от ребят. Я включил все эффекты. И в чем прикол, что оказалось, что FPS-ка показывает стабильных 60 FPS. И я вам скажу, что это вообще класс. Так, сдуя, кстати. Блин. Так всегда, так специально включаю, что сюда. И смотрите, что включено все высокие. 16x включено, у нас 60 и текстуры. Вот единственное, что тени я включил, чтобы низкая была. И все, в принципе, так. Танчик надо взять какой-то поинтереснее, Т-54 лучше. Сделаем бой. Ну, секунду, я чуть-чуть спущу камеру, чтобы вам была картинка получше. Вот так, я так думаю, будет чуть-чуть, ну, чтобы поинтереснее. И за компанию, чтобы вы FPS-ку увидели и комментировать буду сразу. Так, ну что, писав, пока 60, ребят, по FPS. Кстати, экранчик здесь вообще, ну что, из покрытия изумительно идет и скользит, ну что, вот руки и пальцы по экрану, что классно. Что действительно, тут претензии к телефону абсолютно вот не имеем. Т-54, а куда мне вернуться? Ай, идиот. Так, 60 пишется пока, ребят. 60. Ну ничего, мы же все еще увидим, что будет дальше. Я засветился. О, сейчас меня чувствую. Попадут в меня. Что это за... О, блин. Так, ребят, смотрите, в FPS-ке 60-ка идет. Где ты там стоишь? Ах ты засранец, в кустах. Так, пока в FPS-ке 60-ка показывается, вот, ребят, тут претензий не имеем. Угу. Ждем. Так, 60-ка пока идет. Да что ж ты? 60. Не, знаете, я вам скажу, что если так будет показывать... Ой-ой-ой. Так и лучше в кустике спрятаться. Ага. Влепили тебе немного. Так, все попрятались. Ай, блин. Так, 60-ка идет. И смотрите, и стреляемся. Ну, стабильность как-то. В целом чуть-чуть, но все-таки вот есть, что уже вполне... Ай! Ах ты, блин, засранец! Т-54, вот я один... А то ж ты ж, по-моему, с барабаном идешь, или нет? Вот это мне влепили! О, щет! В кусты, блин, текать где-то надо! На! Ну, стыкнулись и с таким. Ну, в чем плюс? Вот смотрите, ну что, FPS-ка вполне, ну что, комфортно и шла, и вот не спускалась. Ну, что, вы учитываете, что телефон при стоимости $140, ну что, включается и работает, ну что, вполне комфортненько. А ну, секунду, ну что, испытаем еще за компанию и такую игру. Так, ну что, извините, ну что, сделаю чуть-чуть, ну что, тише все-таки, а то просто, знаете, вот, стыкаемся в конечном итоге, ну что, с проблемой, что из-за YouTube, ну что, кипишует из-за этого. Так, сюда, и ждем включения. Так, смотрите, в ПК 60-ка по FPS идет, снова-таки.
И ждем, ребят. Ура! Пара-па-пам. 60 стабильно показывается. Пока. По крайней мере. Потому что, знаете, оптимально, естественно же, было бы уже, слушай, сделать вот так. Ну, 30 минут поиграться в чи. Чем дольше, тем лучше, чтобы уже и температуру, и ситуацию и с тротлингом увидеть. По чуть-чуть лучше ехать, не сильно спешить никуда. Опа. Вот тут у меня в компании толковая, кстати, еще есть со мной. Так, смотрите, 60-ков показывается в ПК по FPS, что вполне окей. Так, ты с попой в токе, с током в попе. Вперед давайте едете, что вы, блин, ковылыка. Ну, ждем тебя, родной. Ждем, ждем, ждем. Ну и, ковылык, где ты уже, где же ты, где? Все-таки испугался, но смотрите, вот в чем плюс, что, потому что FPS-ка 60-ка пока идет, по крайней мере. То уже вполне окей. Угу. Ай. Хелкат там сбоку. Это, конечно, я вам скажу, чуть-чуть печальная ситуация у меня сейчас будет. Я чувствую. Так, ждем КД. И чуть-чуть спускается. Иногда, потому что писа в 56. 6 по FPS. Не туда. Опа. Так, ждем, ребятки, что же пока. 60 по FPS. И все. Так, есть. Сюда. Опачки, крутимся в другую сторону. И кто-то меня все-таки засветили. Так, Т-34. Ой-ой-ой. Тут уже в компания стала покруче. Ну чё? Type 64. Да шо ж ты, блин. 60-ка по FPS, ребят. Что там? Наш хорн. Ну и нет. Так, ребят, смотрите, пока 60 по FPS идет. Я в кого-то попал. Ура! Красава, Ленька! Наконец-то свершилось чудо. Так, смотрите. 60 по FPS идет. Ой-ой-ой. А пацаны все сюда идет из. А с СИСом я не, ну, ничего не сделаю со своими фугасами. Так, встречаем с цветами сразу в пацана. Привет. На еще на 450 я влепил ему. Хотя бы чуть-чуть. Так, а тут еще за компанию оказался и квас у нас. Тут уже, конечно, печалька немножко, ничего. Ждем, ждем. 2 секунды. Да стреляю ты в него уже. Бомбино идиото. Твою дивизию. Вот видите, стыкаюсь я с такими, иногда бывает. Да. Окей. Так, ну я так думаю. Ну что все увидели, ну что в танке, ну что играется тут в комфортненько. И за компанию, естественно же, актуальнейшая игрушка. Сейчас я так думаю, ну что все играют в нее. Ну, отлично, вот я иногда, ну что скучно оказывается, и я включаю ее. Вот, ребят, знаете, со стерео, ну что звуком, вот если, ну что играешь, я вам скажу, что ощущение изумительное.
Так, ждем. Ждем, ребят, дальше. Что же он нам скажет? Так, ну что, пишется, что грузится. Окей. Включаем, что мы из Фейсбука. И ждем включения. Ну, за компанию. Ну что, в чем плюс, что вы увидите, ну что, включение. Кстати, ну что, вот упустил единственную штуку, что в телефоне оказался индикатор. Ну что, в динамике идет, но в чем прикол, что, ну что, включается он только при условии, что вы, ну что, в питание вставляете. Вот так, чтобы, ну что, было, то вот я с таким не стыкался. Ребят, не хочу, ну что, лукавить. Так, включаем. И настроечки, чтобы вы увидели, что вот я включил, ну что, графику. Смотрите, что включено, все считаю, что, ну, что по максимуму. Вот единственное, вот эти все плюшки вот я еще вот не использовал. Ну что, вот, ребят, бой. Так, включаем, окей, начать. Вот я, вы знаете, что скажу, потому что исходя из танков, то я так думаю, что ситуация, потому что не сильно изменится, потому что действительно в телефон, конечно, потому что для игрушек комфортный. Вот единственное, что замечание, что аккумулятор, ну, 3300 идет. Но, знаете, скажем, вот кто, ну, что ищет для игрушек телефон, то, естественно же, лучше, ну, что, смотреть, чтобы аккумулятор 4000 был. Так, окей, ага, понял. Давай. Что, ребят, бой. Так, сделаем звучание, чтобы громче, чтобы вы услышали вот это ощущение от стереодинамиков. Я вам скажу, что круть будет просто. О, кстати, оказалось, что я с прицелом уже и с лазерным даже. Так где там стрелять? Ой, я граната еще. Ага. Блин. Офигеть, стартами меня убили. Засранцы. Кстати, в картинке я вам скажу, что просто офигеть, ребят. Блин, убили меня. Так, ну что, извините, что-то я с непривычки чуть-чуть вообще хреново играю. Я же ему в голову попал или нет? Да, ну, конечно, динамика у игры. Ох, блин, здесь бомба оказалась. Так, ну все, извините, ребят. Стыкаемся с таким тоже. Ура! Ох, их лупят. Да что ж это, блин, со мной такое? Да понял, что нас убили все. Угу. Блин. Ну, извините, вот, ребят, стыкаемся с таким. Есть. Так, ну что, извините, я уже, ну что, думаю, что лучше до конца попытаться доиграть. Чтобы честно было. Да, вот ты стреляешь впритык ему, и он все равно остался живой. Скажу честно, аж обидно. А что за током? Что это за фигня? Офигеть. Пам-пам-пам-пам-пам. Ага. Блин, сбоку меня убили. Да, ребят, стыкаемся таким. Давай в бой, ура! Пацаны, вперед!
Ай, блин. И сына меня убили, но ничего. Ура! Вперед, пацаны! Бой! Куда идем? Мы с пяточком, большой-большой секрет. Ух, они и лупятся бодро. Да. И мы сдули. Так, ну я так думаю, потому что все увидели вообще, вот как справляется. Потому что вы учитываете, что мы включили, потому что игрушку и с максимальными что установочками все включилось и шло, потому что вполне комфортно. Ну что, что у нас есть? $140, у нас есть отличные камеры, у нас есть шикарнейшая сборка, шикарный процессор, стереозвук. И вообще, вот знаете, вот я вам скажу, вот, ребят, теперь вполне... Классная, потому что покупка, что, потому что всем вот я в покупке, потому что рекомендую его, потому что действительно на ту стоимость, что он стоит, вполне терпимый телефон. Это так. Извините, что долго вдруг, но я старался только для вас. Всем спасибо.